Всем привет! Сегодня у меня такого женского плана покупки, так что если вам интересно, оставайтесь на моем канале. Ну и начну я вот с такого спрея, это освежающая вода, называется она Свес, ежевика и жасмин. Решила попробовать, никогда не пробовала эту водичку, которую наносят на лицо, чтобы кожа немножко увлажнялась в течение дня, вот решила попробовать. Значит, здесь 250 мл, сделано она по ГОСТу, срок годности 30 месяцев, то есть она такая достаточно долгоиграющая. Но пахнет она очень сильно, поэтому если вы не любите такие резкие запахи, лучше взять какую-нибудь водичку без запаха. Ну, я попробую, потом расскажу, что получилось, понравится или нет. Так, следующий я взяла вот такой валик для волос. Инстиль, да, вот, чтобы делать пучок, потому что волосы достаточно жидкие у меня, ну, тут вот как раз инструкция есть, чтобы делать пучок. Вот мы его достанем, посмотрим, там были еще светлые, это вот коричневый, да, такой валик, вот он тут прошитый, собственно, все, а был еще светленький для светлых волос, ну, волосы у меня темный, поэтому валик темный. Так. И вот такую интересную штучку взяла, клипсы для бретели бюстгальтера. Чтобы соединять бретельки, например, если носим такую маечку, где они будут видны, да, некрасиво. Вот их тут три штучки, еще не пробовала, все запечатано, как видите, и вот они разные. То есть это для более тоненьких бретелек, я так понимаю, это для более таких плотных, широких. А посмотрим, как это будет смотреться. Даже интересно. Такая вот вещь. Следующий я купила для дочки. Тут у меня всякие покупки. Вот такая смешная рыбка. Затычка для ванны. То есть затыкаем ванну, а рыбка плавает на поверхности. Ну, можно с ней поиграть. Вот резиновая. Дырочек тут у нее никаких нет. И, собственно, вот это тоже пробка резиновая. Ну, какая-то у меня попалась пробка коцаная. Не знаю, надо будет попробовать, запрет она в ванну нормально. Или нет. Так, еще я взяла вот такую тайгу ликвид 45 ночей от комаров. Вставляется она в адаптер, да. Не знаю, запахом она или нет, сейчас посмотрим. Да, немножко есть запах. Пишут, что 100% защита. А, нет, без запаха написано. Жидкостной наполнитель для защиты от комаров. Но у меня сам адаптер есть, так что я взяла только вот этот наполнитель. Вот, этой фирмы я еще не брала. Проверим, посмотрим. Обычно берем москитол, ну, так как зашли в магазин, решила, что и это попробуем тоже. Так, еще взяла такие вот носочки, 3-4 года детские. Вот здесь какая-то девочка, или я не знаю, кто нарисован. Девочка, наверное, в юбочке, судя по тому, что вот так это обвивается. И у девочки получается юбочка. В общем, девочка в юбочке. Вот. Вот такие бантики. Там они были разных цветов, сейчас вот не видела раньше, вот сейчас вижу, что появились. Голубые, розовые, ну, решила белые взять как раз на праздник какой-нибудь там новогодний. У них там вечно снежинки или кого-то другого там играют. В общем, вот такие вот с розочками бантики. И вот такую панамку. Мы взяли. Панамка двусторонняя, то есть можно так вывернуть, в принципе, носить горошек красный, а можно носить вот так сердечками. Вот. Панамка, размер где-то, наверное, 52-54. Голова у нас большая. Ну, вот хорошо подошла. Вот такие у меня покупочки в этот раз получились. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите свои комментарии, буду рада. Всем пока. Спасибо.